Привет! Я выучила новую жестовую песню. Хочешь, я тебе спою? Да! Ну как? Супер! Еще спою? Давай. Хочешь еще раз? Пойдем! Давай вместе споем. Я научу тебя. У меня есть простая песня. Сейчас, сейчас. Что происходит? Я новую песню показала. 10 раз. А потом он убежал. Почему? Ты, наверное, перекормила его демьяновой ухой. Да, точно, Людмила Ефимовна. Я всегда права, Сергей Александрович. Ухой? Да. Суп из рыбы? Не понимаю. Не понимаю. Это... такая басня. Называется она «Демьянова уха». Давай расскажем. Может быть, они узнают себя? Ну да, конечно. Басня «Демьянова уха». Написал Иван Андреевич Крылов. Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло. Нужды нет. Еще тарелочку. Послушай. Ушица ей же ей на славу сварена. Я 3 тарелки съел. И полно. Что за счеты? Листала бы охоты, а то во здравие. Ешь до дна. Что за уха? Да как жирна. Как будто янтарем подернулась она. Поешь же, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек, еще хоть ложечку. Да кланяйся, жена. Так почивал сосед Демьян соседа Попу. И не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот. Однако же еще тарелку он берет. С
собирается с последней силой и очищает всю. «Вот друга я люблю!» — вскричал Демьян. «Зато уж чванных не терплю!» «Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» Тут бедный Фока мой как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорей без памяти домой. И с той поры Демьяну ни ногой. Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь. Но если помолчать во время не умеешь и ближнего ушей ты не жалеешь, то ведай, что твои и проза, и стихи тошнее будут всем Демьяновой ухи. Я как Демьян из басни хотела похвастаться. Хотела, чтобы меня хвалили снова и снова. Ты хорошо поешь. Мне понравилось. Но повторять зачем? А я еще не видела твою песню. Давай вместе посмотрим. Конечно. Но только один раз.